Против групп смерти надежный духовный щит. В окружном центре обсудили тему детского суицида. Совместное совещание провели представители Департамента образования и молодежной политики региона, а также Ханты-Мансийской метрополии. Решающая роль в духовном воспитании подрастающего поколения отводится в программе «Социокультурные истоки». Сегодня ее активно реализуют в школах и детсадах Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийской, Нягани и Югорска. С нового учебного года программу внедрят во всех муниципалитетах Югры. Также в ходе совещания обсудили развитие кадетского движения в округе и проект «Здоровый регион». В завершении встречи был подписан план мероприятий по взаимному сотрудничеству в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на этот год. Было живое обсуждение, живая дискуссия, был показан интересный опыт, потому что, собственно говоря, то, что мы сегодня обсуждали, это не просто некие намерения, но это результат работы уже в течение 3 лет в соответствии с тем соглашением, которое было подписано в 2014 году. Мы вместе занимаемся одним делом, работаем все на один результат и понимаем, что сегодня, скажем, духовно-нравственное образование и воспитание – это одна из главных составляющих нашего подрастающего поколения –